В московском зоопарке надеются на новую романтическую историю. Впервые встретились молодые панды, самка Дин-Дин и самец Жуи. Пара уже образовалась, и специалисты надеются на потомство. Наши большие панды Дин-Дин и Жуи достигли половой зрелости. Все то время, пока панды находятся в московском зоопарке, за ним ведется наблюдение специалистами московского зоопарка, а также нашими китайскими партнерами. Ежедневно ведутся анализы, ведется мониторинг физиологического и поведенческого изменения, и в результате полученных данных было принято решение о соединении Жуи и Дин-Дин. Сначала панды познакомились друг с другом через решетку. Животные не проявили агрессии и их поместили в один вольер. Особенность размножения больших панд в том, что самка может забеременеть всего лишь в течение нескольких дней в году. Чтобы воспользоваться этим коротким сроком овуляции, панд соединяли 4 раза в течение 3 дней. При этом следили, чтобы интерес был всегда взаимным. По мнению специалистов, первая попытка спаривания прошла успешно, но это только первый шаг. Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Дин-Дин очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы будем следить за Дин-Дин и проводить мониторинг. Дин-Дин и Жуи живут в московском зоопарке 4-й год. Если появится потомство, то, согласно правилам, оно по умолчанию будет принадлежать Китаю.